Лангедок, ранее известный как Кото дю Лангедок, является крупнейшей винодельческой зоной одного большого региона Лангедок-Руссион. Так в чем же особенность вин Лангедока, их особенности, попробуем разобраться. Вы на канале «Заметки Сомелье», меня зовут Константин, мы начинаем. В Лангедоке производят красные, белые и розовые вина. Но, как и для всех южных регионов Франции, ему свойственны красные ассамблированные вина, доля которых зачастую превышает 90%. Для их изготовления используется гренаж, сира, сенсо, мурведро, кариньян. Для белых используют гренаж блан, кларет, бурбуленк и несколько ронских сортов. Поскольку Лангедок – это достаточно обширная область с большим количеством микроклиматов, субзон и терруаров, то стиль вин варьируется достаточно сильно. Но чаще всего это простые, питкие, иногда легкие вина, которые не предназначены для длительной выдержки и должны выпиваться в молодости. Однако некоторые производители изготавливают вина высокого уровня и продают их по соответствующим ценам. Чаще это очень фруктовые, освежающие вина с хорошим танином и сочным вкусом. Белым винам свойственны фруктово-цветочный букет с хорошей кислотностью и минеральностью во вкусе, однако некоторая простота их очевидна. Розовые вина производятся в небольших количествах. Чаще это летние, приятные фруктовые вина с ярко выраженным цветочно-ягодным ароматом, нотками ванили, вишни, розы или цитрусовых. Так и сегодня у нас розе из Лангедока от уже известного нам Жерара Бертрана. Здесь ассамбляж сортов, гренаж, сира, сенсо. И, как мы видим, вино имеет нежный розовый цвет, приятный блеск, букет достаточно интенсивный, очень парфюмерный, нотки розы, вишни, грейпфрута буквально вырываются. Во вкусе мягкость, деликатность, освежающая приятная кислотность, но при этом без агрессии. Такие вина хорошо сочетаются с ягодами, с легкими летними салатами, с блюдами из рыбы и белого мяса. А также мне видится, что это прекрасный аперитив. В Лангедоке есть ряд субрегионов, которые производят высококачественные вина с определенных территорий. Для красных вин лучшими считаются Пик Сент-Лу и Монперу, для белых – Пик Пуль де Пине, о котором мы еще поговорим отдельно, и Ля Кляп. Одними из лучших производителей региона Лангедок являются Мас Жульен, Шато Жанкьер, Кло Мари, Домен Лигольер и Сен-Жан де Бибиан. Более подробный обзор на это вино вы можете посмотреть на моем блоге ЖЖ, ссылка в описании. Ну, у меня на сегодня все. С вами был Константин. До свидания.